Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Это Raspberry Pi 2. Как она там правильно, модель. Так, добиралась она сюда около 3 недель. Raspberry Pi 2. Заказал я сразу же с блоком питания. Стоимость всего этого чуда, по-моему, $35. Здесь написано 14. Так, в общем, вот такой вот маленькая плата. Так, здесь больше ничего нет. Есть быстрый старт. Еще какая-то инструкция. И сама плата. Корпуса я заказал раньше. Целых 2 штуки. Еще где-то на подходе Wi-Fi модуль. Заказывал, кстати, на Алиэкспрессе. Заказал также и P3, то есть третью модель, которая вышла в этом году, но ее сволочь китайская так и мне не отправила. Вернее, отправила, дала какой-то левый трек. Скотина. Прождал я 2 недели, открыл диспут. Вот сегодня его закрыли, он принял этот диспут. То меня сначала кормил, что необходимо подождать 5-10 дней, тогда обновится информация. Но статус посылки так и не изменился. И вот такой вот блок питания. Micro-USB. Так, ну сейчас буду подключать. Засуну все это в коробочку. Плохо, конечно, что еще Wi-Fi модуль не пришел. В общем, в принципе, все. Работоспособности отпишусь в описании. Ссылку приложу, кому интересно, заказываю. На этом все. Всем спасибо. Пока.